правый противник, а своей левой или левый правый. Понял? Поворотом. В этот момент я вырываю в сторону большого пальца, держа его руку. Хватать надо уже как раз ближе, чтобы было потом КТГЕшник, когда повернулись. Легче КТГЕшник хватать, потому что там уже не надо заморачиваться вот эти запястья и все. Видите, кисть попалась, все, уже достаточно способно. Или сверху взял, вот. Удары у нас были все. Сейчас еще Маласик был. Маласик, ты еще помните это открывание? Наношу удар, делаю КТГЕшник, вот у вас получается этот момент, когда вы можете пойти спиной, лучше, если у меня сила сюда идет, я ее вижу сюда. Когда гоняешь, делаю заднюю подножку. Оттуда я буду делать поставить руку, может быть. Все от вашего местоположения, от вашего удобства зависит. А не надо делать броски любимые, другие. Они так будут у вас разделяться на мощные и на слабые. Но цели они будут получать, могут в различных ситуациях совсем разные. Не целью легкий сейчас выплевал, а целью может просто перевести в неудобное положение. Продолжайте, я вам показывал, там как получается вариант. Видно? Там другое, помните, там тело он сделал. Вот замка у него как все, его не уронить, видите? Как рука напрямая, он как и где-то и сюда. Сгибать ему надо руку, тогда он падает.